Так, тут у нас вот бои, да? Так, кто у нас руководит? О, букмекер, давай. Я хочу подраться еще раз. И не вопрос! А что значит? Ну, давай драться. Я ни разу не дрался. Очередная схватка между юношем и пришельцем! И начали! Приблуда победил юноша. Кто знает, может, в Велине скоро будет новый чемпион. Осталось победить кузнеца из корчмы на распутье и рыбака из Залипья. Зовут его Рыбожор. О, отлично. Всюду хамство. Блин, а восставку больше делать. Так. Убежали, где у нас тут? Следующий. Сейчас переметнемся туда. Так, где-то наверху, да? Где-то был. Во. Так. А, что тут типа ночь, да? Ну давай подождем чуть. А, вот так. Те шахты он набрал бабушку. Бывал, что в базарные дни сало на телегах горой лежало. Свинина копченая, солонина, колбаса кровяная. Где там боец? Так, торгаш, что у тебя есть? Привет вам. Тебе привет. Я бы что-нибудь выпил. Что у вас там есть? Так, что у тебя есть? У тебя ничего хорошего нету. А вот я тебе, наверное, давай скину лишнее. Так. Здесь у меня так, здесь ты ничего не берешь. Что тебе еще скинуть? У меня куча всего. А иногда синька мне вообще нужна, это вот восстановление еды. По мне так она не нужна. Виземский чемпион. Пища восстанавливает здоровье. Блин. Или пускай будет. Веса не берет. Что такое? Зелье из тир налия, еда восстанавливает. Так. Ага. Ладно, все, хватит. Пойдем биться. Прощай. Так, где там боец? Люди, ты когда-нибудь король решился помериться силами? Из жопы щепки. Победителя ждет награда. Так, букмекер, давай. Чего? Что такое, Седой? Разбойник на разбойничек. Грабители, сучьи дети. Может, ты, пришелец, отважишься сойтись в кулачном бою с первым в этой деревне? Ты, похоже, отчаянный забияка. Такой на турнире бы пригодился. Да и тебе сплошная выгода. И подзаработаешь, и кулаками помашешь. Ты как? Готов. Ставку повышаем. Я чувствую, я выиграю. Готов драться. Люди, через минуту начнется мордобой. Ведьмак сойдется с кузнецом, который расплющит ему морду, как брусок раскаленного железа. Ну давай. Ух ты! Главное поймать. Отлично. Неплохо.
У тебя есть шанс стать первым. О, осталось победить рыбожора. Не подумай меня. Так, где ваш рыбожор? Давай найдем его. А до рыбожора нам пешком, да, бежать? Так, давай побежим пешком, давай, чё. Других вариантов нету. Где выход-то будет? Эй, алкаша, алкашота, разойдись. Вы не из Бароновых, правда? Да, блин. Иногда так повезет, что лучше пешком пройти. Так, побежали. Ой, дождь. Не к месту. Вообще, может, лодку найдем какую? А лодок не видать. Растения забываю собирать. Ой, ты... Тихо. 12 уровень. Почти, почти, давай, давай, давай. Двигаемся. Отлично, отлично. Двигаемся. Готов. Так, сырое мясо, медвежья шкура, медвежье сало. Я не знаю, что нужно было мне. Вот за убийство, кстати, утоп. Блин, совсем мало дают. Почти ни о чем. Так, куда мне? Вон лодка, вижу. Но она на том берегу, чем не спит. Так, что тут за деревни? Округи. Какие-то деревни. Засветим деревню, что-то. Быстренько проплыву, пробегу. Так. А, тут бандиты. Не будем сейчас биту устраивать, пойдем. Опа, и тут бандиты. Не. Это что, вы чемпиона встречаете? Ха-ха-ха. Да, я такой. За то, что они хозяйкам чести не оказывали. И не говорите лучше ничего. Так, тут у нас снова раньше, кто-то еще не был. Деревня Залипье. Выглядишь. Здоровый ты.
одни блюдца. Я детишек вчера по грибы послала. В лес! Одних? У нас, в штейгерах, как какая-нибудь бабка занедужит, ее сразу в лес за хвост. О! Никто не хочет испытать удачу. Наши ребятки. Может, все дома охота побороться со Стахом рыбаком? Как тебя зовут? Драться умеешь? Геральт, умею. Тогда давай на ристалище. Так, ставку поднимаем. Я готов. Давай уже драться. Добрые люди! Рыбожор наконец-то нашел себе противника. Здесь и сейчас, на этой земле, он будет драться с Геральтом по прозванию Молот. Могу я у вас кое-что спросить перед боем, господин? Пожалуйста. Вижу я, что вы за птица. Куда там мне до вас? Мне б живым уйти. Последнее время в реках рыбы нету. Детки голодные плачут, а за победу дают мешок с мукой. Жальтесь. Дайте мне выиграть. Не, это дело чести. Я не поддамся. Если хочешь выиграть, придется меня победить. Ну да, так интересно хоть, а так неинтересно мне все. Нифига он сегодня такой. Он покрепче тех будет еще. Как мы и ожидали, ведьмак навалял люлей рыбожору. Приятно было посмотреть, как у того на морде расцветает осень. Теперь ты можешь драться с чемпионом этих земель, с нашим сержантом. Он во Вроницах сейчас. Ох, еще есть чемпион. Так это и есть тот ведьмак, страшила. Я у себя в носу кое-что поинтереснее находил. Так, это-то где? Давайте я мешок муки-то отдам. Рыбожор. Рыбожор. Чего тебе еще? Так, возьмите деньги и купи еды. О! Я должен был выиграть, но не хочу, чтобы твоя семья умирала с голоду. Держи кошель. Ух, ну, спасибо вам, мастер. Вот это я понимаю. Вот это нормально. Так, где у нас чемпион? Отдайте мне чемпиона. Так. А, у этой. Ага, хорошо. Давай, пошли. Чемпиона. Надеюсь, чемпион меня не поколотит. Так, где он? А, он наверху, да? Ух ты! У тебя глаза, как у моего котёнка. Неплохая работа моему Любушке подвернулась. Оно, конечно, не худшее. Ты что такой сумасшедший? Ну, сейчас! Да ну тебя! Я вздохну. Сидел дьявол на трубе. Что ты там себе под нос бормот? Где там сержант этот? Так, сержант, ты где? Откуда боги привели? Скажу, все скажу. Наконец-то нашелся достойный противник. Этот ведьмак всех побил. Что на тебя задаст жару? Это да. Ведьмак без мечей все равно, что мужик без яиц. А это этот? Да? Ну давай. Не радуйтесь. Так, букмекер. Я готов. А! Глядите, кто у нас тут? Так, ставку поднимем. У нас же есть шанс победить? Начнем.
Ну, давай, подходи. Скорость, скорость, моя все. Скорость, скорость. Давай, давай, давай. Руби его, руби. Давай, давай, молотим. Давай, давай, мы мясорубка, блин. Ну и схватка. Объявляю всем и каждому, что ведьмак победил сержанта и стал чемпионом Велена. Если тебе мало, езжай в Новиград или на Скеллиге. Там бойцов не счесть. Круто. Слушай, быстрые деньги. Какие грехи наказали меня боги такой компании. Так, а ты все? Или что ты? Ась, ну и скучище. Что ты там считаешь-то? Чего? Все? Отошел от дел? Деньги кончились? А твое бледное рыло людей не бесит? Ну ты что, оборзел что ли, а? Блин, я не могу ударить его.